Муниципальное предприятие ЖКХ получило новую спецтехнику и оборудование. Их закупила Бельская примария. На эти цели из городского бюджета выделили свыше 4,5 миллионов леев. 8 сентября по решению муниципального совета предприятию передали 110 оцинкованных контейнеров для сбора листвы, мусороуборочную машину МАЗ для разгрузки контейнеров, трактор «Беларусь», к которому крепится специальная щетка для уборки улиц, прицеп и другую технику. Главный инженер ЖКХ Сергей Решетник рассказал телеканалу БТВ, что мусорные контейнеры установят во дворах многоэтажек в местах, согласованных с агентством экологии и примарии. Это делается для борьбы со стихийными свалками. Кроме того, собранная в баке опавшая листва не будет разлетаться при сильном ветре. Данные контейнера были куплены примарией для нашего предприятия ЖКХ «Белс». Для складирования мусора это у нас листва, это у нас трава. Как бы таблички на данных контейнерах обозначают, что ни в коем случае нельзя туда бросать бытовой мусор. Это только, исключительно листва, трава. И у нас переданы примарии БЭЛТС 110 контейнеров, из которых 30 контейнеров уже собраны. И завтра, буквально максимум послезавтра, они будут на местах складирования данного мусора. В будущем мы будем еще закупать контейнера, приобретать. И их в общем сложности 200 с чем-то контейнеров нам нужно, чтобы было по городу. Кроме того, работники ЖКХ с собственными усилиями сварили контейнер для сбора большого объема опавшей листвы. В течение года планируется сделать еще 50 таких емкостей. Это у нас первый вариант, мы его ставим. Может что-то доработать, что-то поменять, как посмотрим, как практики покажут. А у нас есть подъемный кран, мы его поднимаем, дно открывается, разгружается непосредственно в транспорт, в трактор, неважно в какой-то, и вывозится. В сентябре также обновился автопарк и двух других муниципальных предприятий ДРСУ и БИО.